Привет. Сходил я сегодня в Неймс. В плане интерьера все супер, шикарно просто. Но недостатки, я Дмитрию сказал. Кстати, я считаю, такой серьезный недостаток. Посмотрим, как они на это отреагируют. В плане интерьера все шикарно. Какие там проводятся командные взаимодействия, я не знаю. Наверное, я записался на следующую неделю, с понедельника. На неделю купил. Пообщаюсь, посмотрим. Но мне неудобно будет в том плане, если они мое пожелание не учтут. Я считаю, это для них, в принципе, очень важный момент. Там мониторов нет. Чтобы прийти, подключить телефон или iPad, поработать как с клавиатуры. Или там нетбук, или ноутбук. А как? Мне предложили оформить там постоянное место, принести монитор. Но сам коворкинг подразумевает, что места должны быть там на день, на два, там, или там, ну, не на каждый день. И как он себе представляет? Я буду с монитором туда ходить, приносить монитор, уносить монитор. Глупость. То есть организовать рабочее место по дорогому тарифу, ну, это глупость. Это два монитора мне надо купить, еще один домой поставить. Но если там все заточено чисто на тусовку, на командное взаимодействие, то это 2-3 года, может, 4 года продержится. Если они не поменяют стратегию в плане, что это сделать действительно для бизнеса, не только для тусовки. Вот это мое первое такое впечатление, так сказать, первое впечатление, которое сложилось, что не продумано на самом деле для бизнеса. То есть что-то продумано, но не все. Такое ощущение, что вот основатель, он немножко в студенчестве задержался, и для него вот эта тусовка, какие-то, может быть, моменты, где он может организовать тусовочку, для него вот это важнее, чем действительно полноценно, чтобы люди работали. Но для меня большой монитор важен, как для человека, который плохо видит, у меня проблемы со зрением. Я долго не могу в ноутбуке смотреть, даже в стандартном, мне нужен большой монитор. А для людей, которые работают, в принципе, там, по дизайну, которые работают с 3D какими-то моделями и так далее, для них вообще важны такие мониторы, в принципе. Поэтому, и тем более они сейчас плоские, они там места не занимают, они могут прятаться в стол. Как-то так. Посмотрим, что будет на следующей неделе.